Йо, друзья, всем здорово, рядовой игровой Рикардо на связи, мы продолжаем проходить Far Cry 3, это уже 21 серия. Убил трех парней. Опа, переговор с Сэмом. О, где мы вообще оказались, пацаны? А чем мы тут уже оказались? Где вообще сохранялся? Ну, раз мы тут оказались, мы сейчас и вышечку с аванпостом откроем сразу же, правда? Я думаю, да. Поверь повстанцам. Вот сюда мы сейчас к ним приплывем, да. Бляха. Но я нашел записку. Они встречаются через пару дней. А, это важно. А, точно, так они же меня не палят. Будет у них. Я снова счастлив. Я должен сделать одну работу для Хойта. Пойдем. Класс, поехали. Да, пойдем, конечно. Вундебах. Да-да, хорошо. Блин, я постоянно вижу, ну, слышу машины и прячусь в том, где скинул. Потому что пираты нас сразу же палили, а здесь можно кататься. То есть, видите, здесь нас не палят. Класс, в воду. У нас, то есть, ну, если мы вблизи прям, вблизи не подойдем, нас так палить не будет. Так, где-то я снайпер, только что увидел. Только что увидел снайперский этот луч. Только что увидел, видите, это новый язык. Так. О, снайпер. Вот видите, это уже запретная зона. Мне кто-то там, кстати, написали в комментах, типа, нужно было подойти к снайперу, взять снайперку, и она появится у меня. Она появится у меня в магазине. Бля, еще один снайпер. Не, это просто капитан какой-то их не ходит, видите, с желтой полосочкой. Бля, чё они тут делают? Там еще кто-то ходит. Блин, это будет сложно, он просто на самом деле. Знаете, что я думаю? Может как-то его обойти сверху, то есть, поняли? Я, наверное, так и сделаю. Я, наверное, его обойду сверху. Там будет прям на возвышенности, я смогу их всех маркернуть. Ночка пересрал. Вот. И так будет легче. Я надеюсь, что я здесь попаду, потому что здесь, смотрю, вообще уже какие-то крутые горы. Я, походу, не выберусь. Блин. Походу, вообще не выберусь. Походу, здесь игра говорит, нету, дружок. А он еще один уже. А, стоп, это отсюда я пришел, господи. Да, пацаны, походу, да. Походу, да. Я так не обойду их. Тут конец карты. Тут конец карты, я их так не обойду. Вот так вот здесь. Я дебил. Потратил время сейчас. Ну ладно, будем так разбираться с ними. Думаю, это сейчас все сделаем. Хотя я сейчас бегаю. О, я же тут приземлился. Смотрите. Вот два додика. Ладно, точно, там конец карты. Что, я сразу... Не посмотрел. Не знаю. Так, у меня... Все есть, понятно. Нужно снайперов снимать сначала. Видите, снайперы. Бля, ага, снайперы. Че этого кэпа не... Он уже был у меня позначен, этот кэп. Может быть, как-то с другой стороны попробовать. Сейчас обойти, там должен еще будет вид открыться. Должен будет еще вид открыться. Так, погнали. Класс. Нет, здесь это еще не запретная зона? Нет, не запретная. На, бля. Это крутое, да? Бля, эти сейчас начнут подозревать что-то. Блин, они здесь вообще прям очень часто уже катаются. Очень часто уже прям. Вот, я уже... О! Там есть тигр. Это радует, на самом деле. Так, а вот здесь я могу все-таки залезть, мне кажется. Блядь, опять ходят, ездят эти. Сейчас эти меня точно спалят.
что здесь бегают. Капец, их здесь куча, да? Видите, они уже притормаживают. Значит, следующий будет уже меня палить, раз этот притормаживает. Да, вот, кстати, выезд. Давайте возьмем баги. Залезем. Там сейчас вообще прикольно. Смотрите, уже столько натопил, уже 60 км в час. Так и шо? Ёпарасоте. Так можно ездить, пацаны. Ух, бля, баги не вылезла. Так, ну все. О, сейчас мы тигра выпустим. Нет, мы, наверное, парочку убьем, чтобы у тигра было больше шансов. А то сейчас они там, куча стволов и сейчас просто налетят на этого тигра бедного. О! О! Все как на ладони, ребят. Вот это классно. Прям. А тут вообще как на ладончике. Тут вообще супер. Смотрите. Та ты шо, красота. Красота. И тут мне, кстати, хрен кто увидит. На самом-то деле. Можно вот этого снайпера мочить вообще с легкостью. Так, нет, нельзя. Тут есть кто-то? Нет. Я думаю, его уже было бы видно. Прикиньте, с высоты сейчас. Бля, спалили. А как это? Нужно тигра выпускать. Чтобы они отвлеклись немножко. Бля, тихо, куда ты побежал? Смотрите на эту херню. У них там тигр куда-то побежал. Они меня ищут. Ну хрен ты меня тут найдешь. Дебил. А чё только? Подождите, где все остальные? Испарились куда-то. Слушай, ты будешь нападать на них или нет? Блин, шоки. Стоп, еще один снайпер же здесь был. Чё она... Почему она пропала? Я что-то не понимаю. Видите? Вот этот дебил, капитан их. Это все... А, вот еще один. Почему они у меня исчезли? Ну правильно, наверное, когда я отхожу от зоны, или они далеко от меня, они перестают маркироваться. Я понял, ладно. Меня больше тигр смущает. О, пришел. Пришел покушать, называется, тигр. Вот это мне нравится уже. Так, они все тут в основном стоят. Давай, тигр, как-то загрись, друг. Загрись как-то. Вот на этого большого. Давай, мастер, сейчас Рикардо опять устроит мастер-класс по тайному захвату. Ага. О, сейчас тигр нападет на этого дебила, смотрите. Да. Бля, тигра убили. А вы поняли, пацаны? Этот... Какого? Я пустой, прикройте! Этот дебил... Ух, ёпта, у нас что-то они приехали. Этот дебил... Уже большой у этих... Не снимается сзади, у него сзади нету затылка лысого, как у того. Помните, что был красный пират? Блин, здесь подкрепление прибывает, это мне вообще не нравится. Там снайпер. Он вообще там не двигается. Надо будем как-то потихоньку сейчас их разбирать. Блин, здесь в кустах опять, мне кажется, какое-то читерство. Большое. Так, там-то и вообще стоит, не двигается, походу. А ну, камень сработает. Ну, давай. Не, ну стук есть, а никто не идет.
Это стоп. Ну вот это что-то начинает двигаться. Блин, почему машины приезжают? Почему вы приезжаете, мешаете мне? Видите, они все кучкой уже кучкуются, кучкуются. Блин, тигр уже... Тигра потратил, так сказать. Тигра потратил. Ну блин, здесь, конечно, не всегда на ладони, это вообще прикольно. Плюс неимоверный. А, так, все, они немножко порасходились. О, сейчас этого привлечем камнем, смотрите. О, этот, видите? Вроде бы этот отвлекся. Ой, нифига. Они дальше кучей ходят. О, вот этот что-то начал идти. Короче, нужно опять кого-то убить, чтобы они зашевелились как-то. Давай. Нет, никак они не шевелятся. Абсолютно никак. Этот там вообще дебилоид. Ладно, пофиг уже, не будем тянуть с временем. Как лучше сделать, я думаю. Нужно сначала вот это вот Как он меня видит, блядь. Видите, с чем он посты сложные? Охренеть. К ним прибывает и прибывает эти. Дебилы. А эти перестали маркироваться. Нет, они есть. Они все равно меня не видят. О, снайпер. Зашевелились, зашевелились, ублюдки. Снайпер. Снайпер даже зашевелился. Ой, боже. Это кошмар. Блин, я хочу уже их убить всех, потому что... Блять, как он... Блять, все спалили. Нужны подкрепления. Не, тревогу все-таки ты не поднимешь, потому что я один. Так пытался, блин. Тайна заходит. Еще все равно один дебил меня спалил. Ладно, погнали. Костюм крыло, блин. Получается, только время потратил. Все равно 50-50. О, блядь, прям в костер. Обидно. Ёпперес, это какой пожар, охренеть. Просто охренеть. Блин.
Так пытался тайно и нихера. Ух, сколько ноутбуков. Жаль, ни одного рабочего. Не, да, вообще ни одного. У, контейнер. Где контейнер? А, бля, это выйти. Ну там у нас все равно ничего, да. Блин, так обидно, ну. Просто обидно то, что не то, что я даже не захватил. Обидно вот это все, я вот это мучился, парился. Оно не получилось. Ладно. Ладно, пацаны, ладно. Давайте вот эту вышку захватим. И тут сразу рядышком вон пост. Давайте захватим вышку. Давайте, давайте. Погнали. Чтобы идти по пути воина, да это не раз... Не рассказывай. Не рассказывай, я умею все это делать. Мне просто неинтересно уже. Бля, как это хуя, я понял. Я понял, там где-то есть дорога закрученная куда-то. Вот кто-то по ком-то стреляет. А я не вижу движуху. Опа, вот сюда вот движуха на вышечку. А где-то вышка, она вообще хер знает, смотрите, она где-то за серпантинами вот этим вот. Ух, бля, как ее несет, как ее несет. Бензин кончается, решил. Слушай, какая-то я сейчас на какую-то следующую вышку уже приеду, они на эту, блядь. Какой-то бред для вышки. Хер доберешься. Что это? Это что было? Почему меня развернуло так? А, она показала, что здесь дорога. Видите? Игра подсказку дает. Говорит, дебил, куда ты едешь? О, тигр, нет, показал. Бля, сейчас машину утоплю. Ну давай, да, давай, утопи машину, чтобы я вообще никуда не приехал. Просто меня харит, что пока что эту вышку даже, ну, не видно. То есть обычно вышки видно, а это сейчас... Где она? Нет, нет. Не виднеется, так сказать. Вот и все, вот я приехал. Смотри, 400 метров. Курица, чьи-то курицы. Сейчас, если она слишком внизу, мы сейчас костюм крыло используем. Она же с собой считает этот костюм крыло всегда. Бля, эти по кому-то стреляют и все. Эти, походу, сраки опять воюют. Почему, кстати, я эту тему не использую, не знаю. А вот она. Стоп, пацаны, я просто увидел этих дебилов. А чем мы сейчас тут сделаем? Мы сейчас сделаем... Почему я сплю в этой дыре? Двойное убийство, даже тройное. Привет, пацаны. Привет. А, ты даже не заметил, да, ничего? Ну ладно. Класс. Все, я с ними разобрался, видали как? Профик. А это... О, блядь, тигр. А нет, это леопард. Ну, пока. А я читер. Страшно. Леопард охерел, наверное. Капец, к этой вышке добраться, да? Кошмар. Мне кажется, еще на нее сейчас... О, вон. Дельтаплан. Мне кажется, на нее сейчас еще выбраться будет сложно. Ну, именно сам факт. А что это там, смотрите, прикольно так. Это, по-моему, город Хойта вот этот вот. Бляха, что это такое? Почему так туго? А, вот, потому что я тугой. О, они на леопарда наткнулись, да?
Да, 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 смотрите на них. Ёпрессы, сколько их там. Ну пусть будет пока что, все равно вас всех убьем. Так. Да. Дейсон, нужно лазить. То есть, кстати, два выбора есть, туда и туда. Что там ездить, блин? Ладно, не буду патроны тратить просто так. Так, еще долго там лазить? Сколько я уже лажу, блин? Охренеть. А, вот с этой стороны. Ле паркур. Так. Ага, осталось, походу, последний штрих остался. Ой-ой-ой. Нужно пройти по этой херне. Господи, что это такое? Куда попасть? Снять. Куда попасть-то? Не понимаю, как сюда попасть. Эти дебилы, что там воюют с кем-то. Слушайте, может... Какой-то дробовик. Блин, то ли я тупой, то ли лыжи не еду, да? Да бля, я упаду сейчас. Ну и что это? А, вот она, блядь, пошёл. А что я дебил? Типа надо спуститься, чтобы подняться сюда. Господи, все, я понял. Я просто думал, что это... Ну, я сейчас туда запрыгну и обойду просто по кругу этому. А, вышки уже... Даже на вышках нужно думать, представляете? Кошмар. Че, отправляемся на миссию? Хватит уже это все захватывать и так далее. Вот опять будет серия без миссий. О, крест, смотрите, стоит. На вершине. О, пещера. А че я затыкал за эту пещеру? Кстати, смотри, ящика не, нет, а есть, я же думаю, на каждой это должна быть, так, три вышки, нам, собственно говоря, три навыка доступно, ого, а, ну понятно, я просто перед сохранением сделал, сборщик был, о, это прикольно, смотри, здесь вообще практически все уже, кроме вот это, продавать предметы, ну вот это я вообще не буду, поэтому осталось только по сути вот это, нужно охотник за головами поставить, но это мы не будем спешить еще, тут тоже почти все, ну вот это вот бронька будет целее, можно потом купить, о, давайте марафонец, двойное убийство, давайте для приколях и потом просто машина, да машина мне тоже не нужна, меньше вооружения, это не так часто уже. Давайте вот это. Быстро убить обоих. Здесь и подсказки. Ну это прям нужно понимать, это просто нужно это. А что там, кстати? Вот теперь в бесплатном магазине. Ууу, еще что-то бесплатно. Снайперка. А, точно, у нас же снайпа вот это вот, что я говорил, что. Снайпа вот это, что я говорил, что нужна. Помните, она нам не бесплатно была, а сейчас она нам походу бесплатно.
будет даваться. Давайте уж сразу вот этот аванпост захватим. Мы все равно жду. Эту снайпу возьмем. Сейчас кабаны еще на меня нападут. Так. Кабаны агрессивные вообще? Бля. Ну все. Два дробовика. О, видите? Тут тоже все как на ладони. Только это уже слишком я как на ладони. Вон припасы есть, это хорошо. Нужно ближе. Ну что-то уже как-то я слишком, да, высоко. Камера даже не берет. Так, стоп, а это, бля, похоже. Помните, что мы только что миссию выполняли в предыдущей серии? Очень похоже. Настройка и так далее. Так, ну я теперь знаю, что я на двоих могу нападать сверху. Так. Вот это все уже красная зона, видите? На всякий случай, да? Мало ли что тут говорится. Так, ну я больше никого не вижу. Но их по-любому это очень их мало. Возможно, оно еще не прогружается из-за... Здесь нужно присесть, потому что это уже красная зона, видите, все. Это уже красно. Пузик. Опа. Так, нет. Да, есть снайпер. Все, тебя первого сейчас снимем. Наверное, мы на его позицию сейчас придем. Нет. Мы так просто не придем на его позицию. Думал, прям лестница. Отсюда, поняли? Так. Блин, ну мне нравится, что вот позиции я могу занимать хорошие. Так. Это тут их, наверное, здесь в ангаре куча. Да. Блин, глаз зачесал, Саша. Нет, в ангаре больше никого нет. Я думаю, что это... О, чтоб так снайперка убежала. Не, есть там какая-то вот эта без глушителя, которая так убежает. О, еще один, блядь, снайпер. Видите? Так, хорошо. Есть еще один снайпер. Снайперы палить уже не будут. Так, ну я больше никого не вижу. Могу тут подойти. Смотри. Тут полюбак должен быть. Вот тут вот здание. Поняли, про что я? О, вот, смотрите, еще два гаврика. Охренеть. Прячник. У тех вот дебилов, пиратов, здесь сзади был такое пространство, а эти по кругу. Эти по кругу обмундированы. Поэтому этих... Ну, здесь спуск есть, короче. На крайняк даже. Ну, вот это, по-моему, уже все. Ну, говорю, возможно, кто-то еще тут есть. Я точно не буду утверждать. Ну, тут никого. Я не вижу. Так, опять сейчас буду тайно, все, а потом вас я обосрусь. На последний, да? Да, свои. Бля, этот подходит. Хотел этого только что сверху гаврика убить, этот, видишь, подходит. Стоп, а я их могу двоих, по-моему, да? Нет, могу. Не хочу рисковать.
Не, тут есть кто-то, я голос слышу. Бля, чё Джейсон не умеет ложиться? Давайте как мы сейчас можем? Блин, не можем. Не можем, на самом деле. Кто-то здесь есть. Что это было? О. Все, пора. Блядь. Почему я не смог прыгнуть на него? Буду держать около лёвра, верно? Видите, самому нужно прыгнуть. О. Боже мой! Блять, спалил. У нас еще трон! Блин, я не вижу его башку. О, блядь, это не на леопарда отвлеклись, а? Охренеть. Его это на, не на меня. Так нужно этого дебила снять. Бля, ну чё я промазал, я дебилоид. Блядь. Сука, просто из-за дебила, из-за того, что я по дебилу промазал, блядь. Сука. Бесит. Мы подходим с юга. Да походи откуда хочешь, сука, дебил. Давай, на, взрывайся, давай. Смотрите, дебилоиды сам своего же валят, блядь. Иди сюда, на. Кто там? Мы поймаем тебя! Хайди путь! Нельзя тормозить. Я ранен! Мы подходим с юга. Сука, сколько их? Thank you.
честно, я даже немножко хотел. Капец, подкрепление, это столько дебилов едет, и это кошмар. Ну я протупил с этим снайпером конченым. Я за, так сказать, хезитейтед, блядь. Ой, Сэм, я пришел в храм. Убил трех парней. Пусто. Списка у тебя так и нет. Я печален. Я. Да, но я нашел записку. Они встречаются через пару дней. Это важно. Ой, ладно, ну то есть шанс еще раз этого пост пройти. Сейчас я должен сделать одну работу для Хойта. Пойдешь со мной за компанию? Да. Вундерба! Встречаемся на плантации. Мне нужно кое с чем разобраться. Так. Один тут, один тут. Давайте сразу этих дебилов снайперов похерачить. Снайперы есть. Блин, там и этот прибежал. Леопард мне помочь. И такая херня началась. Короче, здесь, ребят, здесь подкрепление, это не подкрепление в пиратов. В этих солдат, блядь, подкрепление, это подкрепление. Не столько дебилов я еще, ну, чтоб столько за раз подъезжало, я еще не видел. Кошмар. Так, все, видно. Этих дурачков позначил. Так, это вроде бы все. Так, это видно. Только что тупо застрял. Где этот гомик? О, бля. Из-за тебя, тварь, я тогда просрался. Они что, трупак нашли? Да. Мы нашли трупак. Я не понял, как они нашли. Кого они нашли? Блин, надо было на этого налетать. Бля, это сейчас палит тоже еще один труп. Давай, тигр, нападай на этого дебила. Что ты тут трешься? Видите? А этого со снайпа не завалишь. Бля, эти двое уже тут бегают. Что ты идешь сюда? О. Так, все, погнались. Вот это опять мой шанс. Завалить эту дебилу. Иду вперед, прикройте! Ища! Ладно, пора! Фу, я опять чуть не промазал. У меня тупо мышка не сработала, я бы промазал, прикиньте.
Ну тупо мышка не сработала. Офигеть. Бля. Капец, этот выпаливает, прикиньте. За километр выпаливает. Леопард немножко их отвлек, это хорошо. Там еще одни какие-то бегают, слышите? Сейчас этого еще завалю. Завалили леопарда. Так, Лео, ну спасибо огромное за помощь, честно, реально помог. Два даже Лео помогли. О, свинья бегает. Так, я думаю, эту херню можно сейчас завалить. Да. И вот на этого сейчас напрыгнуть. Или тоже завалить. Все, ну этого сейчас обойти как-то. Придумал как. Сейчас я на него сверху, блядь, приземлюсь. Сейчас с него сверху приземлюсь. Надеюсь, все получится. Тупо из-за себя дебила. Какой фейл, блядь. Это просто фейл года, блядь. Тупо из-за того, что захотел убить сверху. Тупо из-за этого просрался. Ладно, ребят, на этом все. Любимое оружие ничего не добавилось. О, не, вот это добавилось. Класс. Давайте вот это возьмем. Поставим глушак в первую очередь. Да, здесь три обвеса можно ставить. Поставили расширенный магазин. И, конечно, мощный прицел. Все, с этой снайпой я тоже не буду. Блин, желтый прикольный. Да, желтый самый прикольный. Экипировать. Да, пацаны, тупо дурачок. Тупо опыт просрал за себя. Да ты шо? Бля, это с разрывными супер прицелом. Охренеть. Это все я. Она тупо теперь должна. Не знаю, любого с первого. Не, ну Мишку и так понятно. На этом закончим, все миссии сегодня не прошли. Ну, уже тупился он постами. Это сериал. Такая серия, конечно, вышла, но. Будете знать мои ошибки. Никогда не прыгайте на этих дебилов в неудобных местах. Кошмар. Ладно, все, мы на этом закончим. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, комментируйте видосы и увидимся в новых сериях. Всем спокойной ночи или доброе утро, когда вы смотрите. Пока. Пока-пока.